Интернет – это кладезь информации, к которой каждый из нас имеет свободный доступ. Однако контролировать качество этой информации очень сложно. В Молдове существует специальный закон, который отвечает за распространение сведений в социальных сетях и интернет-пространстве. Однако сами адвокаты признаются, что он составлен, как говорится, левой ногой. В результате мы имеем то, что имеем, а именно большое количество сайтов с интимной тематикой, там, где открыто предлагают интимные услуги. Иногда бесплатно, а иногда даже за деньги. К примеру, на этом сайте мы видим объявление «Стану спонсором для красивой девушки. Деньги значения не имеют». А вот другое, опубликованное женщиной. «Хочу парня 20-25 лет, который меня удовлетворит, если надо, заплачу. Не уродливая, не полная, просто хочу развлечься». Не отвечая на СМС, звоните по номеру. Существует объявление, которое просто шокирует. К примеру, молодой человек из Румынии, Бухареста, вывесил объявление на молдавском сайте знакомств «Продаются девственницы». Автор продает девственность молодых девушек и поясняет, что при желании можно с ним связаться, позвонив по телефону или отправив сообщение на электронный ящик. Цена – 7000 евро. Корреспонденты ТСН попробовали побеседовать с продавцом. Узнав о том, что разговор хотят записать, мужчина кинул трубку, но подтвердил. Он действительно продает женщин без сексуального опыта. И подобных объявлений в сетях миллионы. Ну, cred că putem să luptăm cu chestia asta, pentru că vorba de mulți bani la mijloc, cred că. Нет, конечно, нужно как-то это регламентировать, и правительство должно больше вмешиваться в то, что происходит в виртуальной сфере, и какие-то ограничения в этой, конечно, потому что это не на пользу детей подрастающего поколения. Самое печальное в этом то, что к объявлениям о сексуальных услугах имеют доступ все, в том числе и дети. Купил, в первую очередь, менționялся, де фикаре дат купи спунка. Sunt foarte deranjant de acele materiale cu conținut indecent pe care le întâlnesc în calea lor atunci când caută un film online sau atunci când caută anumite jocuri online, da? Se deschid anumite pagini pe care îi deranjează, dar de multe ori acest lucru îi face să treacă dintr-un emisfer în alta, da? Să încearcă să navigheze de pe un портал по алту, и тогда вентул валу идучи департе, вренда не вренда, валу идучи по алту, по алту дром. Есть невое сопривима часто проблемы при призма леджи номер 30 дня 07 марта 2013, ку привире ла протекция копилор împotriva импакту негатива информации. Агенции де публичитати на чей сенс ар требуи с стопезе в același момент, cum au stabilit aceste anunțuri și să le excludă de pe site-ul său, deoarece acest site poate fi vizionat evident de copii minori sub 18 ani. Единственный барьер – примитивный вопрос, который задает администрация сайта при входе. А вам уже исполнилось 18 лет? Можно встретить и предложение интимного характера для мужчин, как правило, не больше 16 лет. Мальчикам предлагают вступить в половую связь с другими мужчинами, также открыто. Чаще всего администраторы подобных сайтов знакомств в Молдове даже не просматривают и не редактируют тексты, которые вывешивают любвеобильные пользователи. Ну и даже если их попытаются привлечь к уголовной ответственности, они отлично знают, как избежать наказания. Сайту, по которому фост по сайте анонсули, че контин материали де-факто, se consideră agent de publicitate, deoarece el este un furnizor, adică difuzor de publicitate. Prezentarea, producerea ori difuzarea publicității neoneste, neautentice, amorale, în cazul nostru, sau a oricărei alte publicități ce contravine legii de către agenții de publicitate, se sancționează cu amendă de la 30 la 150 de unități convenționale, în cazul în care merge vorba despre o persoană fizică, sau de la 200 până la 400 de unități convenționale, în cazul în care merge vorba despre o persoană juridică. Aici merge vorba despre o persoană juridică. В итоге получается, что в Молдове вовсю процветает педофилия, проституция, трафик женщин и другие сексуальные извращения. И все это в открытом доступе для детей и взрослых, в интернет-сетях. В ответ на претензии власти пожимают плечами и признают, что да, закон еще не доработан. И когда его доработают, пока неизвестно.